Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайнран и Ящик. Всем привет! И сегодня мы играем в прятки. И да, сегодня у нас есть очень интересные персонажи. У нас есть сегодня Риколит, есть персонажи из Крепостной Майнкрафт, есть FNAF персонажи, кстати говоря. Риколит у нас живой, если что. Ну почти живой, да? Да. Всем привет, друзья. Я буду играть с вами в прятки. Давайте поиграем сегодня. Что происходит вообще? Кстати говоря, ребят, напишите в комментариях, кто это такой. Те, кто правильно напишет, кто это такой, тому мы поставим лайк на комментарии. Ну а если вы не поставили лайк на это видео, не подписались на канал, то мы вам лайк не поставим. Все верно, все верно. Итак, переходим к рулетке тогда, да? Да, пойдемте к рулетке. Так, давайте я первый буду тянуть сегодня. А давай. Иди сюда. Короче, мы играем как бы втроем, ну как бы вдвоем играем, так что это... Да, так. Ооо, все. Сразу красное. Мне зелененькое выпало, мне зелененькое. Ты куда? В смысле? Вы вдвоем теперь должны. Че вдвоем должны? Вдвоем должны решить. Давай, жмякай кнопку. Ладно, давай. Так. Ой, подожди, это твое, вот на возьми, на. Это мое. Так, зелененькое, отлично. Так, идем дальше, зелененькое. Так. Что такое? Почему ящик сразу красный, а мы с тобой это? А блин, я не знаю, не выпало. Какое-то проклятие. Так, зелененькое. Когда уже там кому-то красное выпадет? Ну, нажилось уже, все, ага, так. Да. Ну что происходит, почему? Так. Кому-нибудь красное выпадет? Что? Почему оно не... Ага, все. Нет, что происходит? У меня уже 11 штук. О! Не-не-не, твое, это его было, все. Это не мое. Твое, я все видел. Так, ну короче, тогда я первый еще, Риколит второй, и ты третий, Вайнран. Да, слушай, как в прошлый раз прям вообще? Да, и опять я проиграл первый. Давайте, берите там палочки, эффекты, и давайте... Так, подожди, а что, мы приветы передавать не будем, что ли? Конечно, будем, это ж я просто тебе сказал, чтобы вы там палочки взяли. Так, давай, короче, Вайнран, по два привета с тобой передавать. Давай, привет Кате из Москвы. Привет Ване Зайцеву из Санкт-Петербурга. Привет Диана из Ростова-на-Дону. Привет Юра из столицы. Привет Максим из Луганска. Привет, Настя, Масько из Гомеля. И также, ребят, если вы хотите, чтобы мы вам передали привет в следующем видео, обязательно поставьте лайк на это видео и подпишитесь, все правильно? Все правильно. Риколит тут стоит, так. Отдыхает тупо. Давай, я пошел, короче, давайте. Так, все, листочек, все, я пошел, прячу все, оп. Все, я тоже спрячусь сейчас. Я выбираю персонажа. Давай, пошли прятаться, все. Ты со мной пойдешь прятаться? Да, я спрячусь рядом с тобой. Отлично. Вот, это хорошо, я найду вас двоих вместе. Все, я прыгаю в паутинку. Давай. Я меч не взял. О, как ты так вообще меч не взял? Пока эта дрянь нас не нашла, надо спрятаться понадежнее. Понял, ящик, ты дрянь. Я знаю, я выбрал персонажа, и он действительно похож на дрянь. Ого. Вот знаете, да, как я говорил там в прошлом видео, вы для меня дрянь, а я для вас дрянь, понимаете, да, мы не дружим с вами. Вот оно как, да, то есть когда прятки, мы не общаемся, не дружим, да? Да, потому что кто-то из нас играет со страшную дрянь. Я понял, так, ну я спрятался в очень хорошем месте, все, я готов. Вы все-таки не вместе, да, спрятались? Вроде нет. Так, ой, что это? Во, куда я поднимаюсь? Блин, а куда ты поднимаешься? Я сейчас разобьюсь! Ну все, проиграл. Не проиграл, слушай, я тут на каком-то месте. Блин, я на самой высоте, как мне сюда спрыгивать-то? Нет! Ого, ты выжил, ничего себе, так, ага, давай. Кстати говоря, еще нужно, наверное, прописать, так. И, о, ты это, аниматроника, да, какого-то вроде выбрал? Я взял марионетку страшную. Не просто марионетка, а какая-то переделанная страшная марионетка. Так, ладно, где вы тут находитесь? Сейчас буду по... Блин, я вышел, чтобы посмотреть на тебя, и ты там это... Ты сидишь прям на золотой кнопке. Да, ого, ничего себе, это знак, это знак. Нормально. Это та, что мне скоро придет, ребят. Да. Слушай, это действительно знак, похоже. И что ты меня сейчас будешь сталкивать отсюда? Нет, не буду. Ааа, ёбай! Господи, ты чё? Ты чё? Капец. Ты меня испугал, ё-моё. Я, если честно, реально испугался сейчас. Я, кстати, по тебе попал так. Я слушать вас не хочу, вы громкие. Кричите. Я буду сидеть и прятаться от вас просто. Давай. А давай с тобой в горячо-холодно поиграем, а? Давай сделаем друг другу горячо-холодно, как говорил человек известный. Ящик очень холодно.
Очень холодно, да? Тогда я поменяю направление. Так. Скорость, вот свечение, все. Так, я тоже выхожу тебя искать, так что давай, берегись там. Мне кажется, он, знаешь, где-то в какой-то, может быть, там, плите или что-то такое. Ну, вот эти открывающиеся плиты, как это называется? Плита. Дверка такая. Дверка железная, деревянная, я забыл, как это называется. Я не знаю, блин, зачем я в паутину спрыгнул? Я нашел! А я убежал! Не убежал еще! Убежал! А я убежал! Что происходит у вас там, вообще не понимаю? Я убегаю! Блин, а я только из паутинки выбрался, ну ё-моё, капец вообще. А так тебе не нужно в паутинку? Да я знаю, я забыл, и поэтому я, короче, вообще всё капец. Ух, пишем килл, все, я ставлю ящика, я беру первые два эффекта сразу. Угу, первые два эффекта. Возьму еще листик. Да, сегодня мы листиком деремся. Листик, так. Ничего себе, классно, классно. Так, все, я пошел прятаться. Все, Рикалит, давай там, выбирай персонажа. А, это я сейчас дрянью буду паршивой. Ты что сделал, война? В смысле, полетели, нормально. А что если не долетим? Долетим, как не долетим, нормально. Так, все. Вот это да. Так, здесь что какая-то тут дырочка. Ого, ничего себе. Обалдеть, что, смотри. Вместе? Давай все-таки разбежимся. Смотри, чтобы... здесь очень классное место, чтобы наблюдать за всеми. Да? Да. Я уберу куда-нибудь. Я сейчас правильно понимаю, я буду сейчас как укушенный собакой за вами бегать, да? Правильно. Да, именно так и все и будет происходить. Укушенный свердловской собакой, да? Возможно. Так, ну ты там что, уже взял персонажа? Я взял, я прыгаю в паутину. А ты можешь не в паутинку прыгать, мы спрятались. А ты взял это свечение? Да, нет, ты свечение не взял еще. Я сейчас возьму. Все, я взял. Теперь я вас найду, вы меня поняли? Поняли. Я выхожу на охоту. Ящик, ого, ты в том же месте, где и я, или где? Я нашел джетпак. Нет, вы понимаете? Не в том же месте, я чуть-чуть в другом. Блин. Рикалит прям ко мне летит. Я нашел джетпак. Он аниматроник. Ой-ой-ой, это опасно, так надо перебираться куда-нибудь. Я не просто аниматроник, я дрянь аниматроник, я щит, которого укусила собака. Ну все, беги. Он за мной бежит! Будет ящик. Первого, кого я убью, будет ящик. Нет, не убьешь. Я просто наблюдаю за этим, давайте. А, нет! А не столкнешь больше, все, я убился. Давай, беги. Да я пытаюсь убежать. Бежи, чисто ящик горит вообще. На хвост, ничего себе так. Ого, так все, полетел нормально. Так куда ты его ведешь? Не надо его сюда везти. Зачем? Я знаю, что вы спрятались в одном месте, поэтому я сейчас вас. Нет, мы не в одном месте спрятались. Раскукошу вас обоих. Ой-ой-ой, пошла погоня. Так, ладно, я тут наблюдаю прямо. Не допрыгну! Все, отсюда я смогу его ударить! Так, нет! Есть! Есть, все! Все, мы выиграли, Вайнран. В смысле выиграли? Все, он не ищет нас или как? Да, мы его победили. Я его столкнул с высокого. Новые правила, новые прятки, новые правила, да? Ну, нас же трое все-таки, да, как бы. Пора бы что-то изменять. Пора бы уже жизнь свою поменять, так сказать, да? Пряточки на месте не стоят. И да, кстати, ребят, кто досмотрел до этого момента, хотим все-таки сказать, чтобы вы досмотрели ролик до конца, и чтобы написать, кто из нас лучше всего играл в прятки. Правильно. Так что я беру самого страшного аниматроника, и вы будете меня бояться. Взял падлу какую-то. Не, еще не взял. Все, уходим отсюда. Эффекты возьми. Уходим отсюда, все, погнали. Так, все, я взял дрянь. А только не в одном месте прятаться, чтобы он нас двоих не нашел. То есть нужно, чтобы он нас по одному как-то искал. Так, все, я падаю в паутинку, все. Давай, падай. Блин, я взял марионетку. Марионетку взял? Да, ну ничего, я думаю, как бы два раза марионетка — это нормально, это хороший знак. Ну да, это довольно-таки хороший персонаж, марионеточка. Такс. Слушай, я нашел просто офигенно. У меня уже ноги высовываются из паутинки, так что осторожно. Я спрятался. Хорошо, все, мы спрятались. Все, спрятались. Осталось совсем чуть-чуть, и я начну вас искать. Так, давай. Все, я иду вас искать. Так, где же вы могли спрятаться? По-любому где-то наверху опять там заныкались. Да, конечно. Вот мне подписчики пишут, что я постоянно лезу наверх. Я сейчас один раз наверх лезу. Ты нашел его уже? Да. Офигеть. Я не знаю, как так быстро, да ладно. Подписчики вечно пишут, что я постоянно лезу на высоту. Поэтому я стараюсь не всегда туда лезть. Ну, в смысле, как так? Ты же должен быть на высоте, ты же ящик, ты же популярный блогер там, понимаешь? Да. 100 тысяч, да, кстати, стукнуло.
Так. С праздником, так сказать. Да, спасибо, спасибо. Так, серьезно, где ты мог спрятаться? Горячо, холодно, давай. Давай, тепло. Тепло! Сделал мне горячо, холодно, так сказать, да? Тепло мне сделал. Так, где ты тут? Сейчас холоднее пошло. Холоднее пошло, холодок такой, да? Так, да, ну, посижу рядом с тобой немножечко. Да, в смысле? Ой, ты чё пошёл наделал? В смысле, где, я ничего не понял, что произошло? Я наверху сидел, беги, за мной беги, за мной беги. За тобой давай, куда, туда, наверх? Беги за мной. Нет, я сидел наверху, он ко мне телепортировался. Давай. Не-не-не, я понял тебя. Ты как бы против меня, да? Хорошо. Риколит просто наблюдатель. Наблюдатель, ага. Я понял, вот так вот у вас интересные прятки, я понял вас. Так, фух, вот это жесть какая-то. Слушай, тут такое место есть вообще интересное такое. Да? Я куда-то вообще не туда зашел. Оно довольно-таки интересное. Так, где ты, давай, где, горячо-холодно? Холодно. Холодно? Да как так-то? Очень холодно. Я уже убежал. Ты зашел в то место, где я прятался изначально. Я только что оттуда убежал, и ты туда пошел. Чего? Блин, что? Да, вот так. А, я понял, как бы всё. Ты упал? Да. Да, он упал и умер. И что, все, как бы я проиграл, получается? Это было нелепо, я видел. Да. Ну, наверное, да. Так, что, еще раз или все уже? Ну, в принципе, можно еще разок сыграть. Подожди, я хочу посмотреть, где ты был. Подожди, где ты был? Так. Я уже здесь бегаю. Так, вон, и ты короче, был. Короче, я был изначально вон там. Смотри, вот в этом кубе, да? Да, вот здесь. А потом пошел наверх. Я знаешь, что думаю? А может быть, все-таки закончим, если подписчики поставят много лайков, и тогда мы. На курочку. А я думаю, да, можно сделать и так. Так что, спасибо, ребят, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока!